Кроме того, можно рассчитать свою будущую пенсию. На сайте Пенсионного фонда есть пенсионный калькулятор, с помощью которого, опять-таки, через личный кабинет он подтягивает все персональные данные гражданина, то есть весь его стаж, который есть, и можно посчитать условную пенсию на сегодняшний день в ценах сегодняшнего дня. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.